Я не просто так в маске, и я надеюсь, эти маски не пригодятся нам здесь, в России, в Москве, что у нас не будет никакой эпидемии, никто не будет болеть. Просто я хотел напомнить, что у нас такие маски есть в продаже давным-давно. Это маски с угольным фильтром. Вот у меня такая Грумир маска. Вот, очень удобно. Это внутри угольный фильтр стоит. И у нас куча таких масок, прикольных разных. Прям много всяких цветов. Как они называются? Игры разума? На сайте они есть, вы можете покупать. Если на сайте их нет, они все равно у нас есть. Они у нас, короче, в магазине есть. На Братиславскую приезжайте, он за масками. А так, если говорить про новости, в прошлый раз мы говорили про Китай. И, к сожалению, ситуация усложнилась и вышла из-под контроля, так скажем. Теперь вирус в Европе, вирус в Италии, и под вопросом проведения чемпионатов, конкурсов. Мы знаем на сегодняшний день, что уже конкурс грумеров Milan Groom перенесли. Есть вероятность, что чемпионат мира, который планируется во Франции в конце мая, могут также перенести или, ну, конечно, они его не отменят, скорее всего, перенесут куда-то. К этому нужно отнестись спокойно. Победа от нас никуда не уйдет, я думаю, от нашей сборной. Мы где-то в другом месте будем участвовать в этом году. Надеюсь, уже летом все это кончится. И, соответственно, мы поедем в какую-то другую страну. Чем это грозит нам? Я, честно говоря, боюсь предположить, я имею в виду нас, это грумеров. Ну, как бы, на сегодняшний день информация, что вроде как бы там все стабилизируется, и даже нам обещают груз отправить на следующей неделе. У нас большой груз ножниц Commodore Violet вроде как должны отправить. Поэтому фабрики начинают работать, и проблема только одна в том, что карантин никто не отменял, фабрики вроде работают, но передвижение между различными регионами А Китай, оно до сих пор как бы проблематично. Чем это нам грозит? Это грозит, конечно, повышением курса доллара, курса евро. Мы видим, что у нас курс поднялся уже на 10% доллара. И, соответственно, мы знаем, чем это грозит нашей стране, о том, что у нас все будет дороже. Насколько будет дороже товары для груминга, это все зависит от производителей. Мы, как производители косметики, там, ножниц, мы успели закупить это еще по старому курсу все, проплатить по старому курсу. Поэтому мы, как правило, цены не повышаем. Почему? Потому что мы надеемся, что все-таки курс вернется опять на свои прежние значения, но, по крайней мере, может быть, не, там, не 60 будет, а будет там 63-64. Тогда никакого повышения цен не будет, естественно. Если курс уйдет за 70, и он будет долгое время держаться, естественно, я думаю, все производители поднимут цены. Надеюсь, такого не будет. Так, что у нас новое? У нас новое... фотозона. Так, если вам понравилась фотозона, ставим лайк, да, потому что мы старались, нам она понравилась очень. Была сначала идея сделать здесь что-то такое, ассоциирующееся с Москвой. Ирина Алешина предложила здесь сделать Кремль. Я сразу представил Кремль с куполами, здесь будут купола, кресты. Ничего против не имею, конечно, но это как бы немножко такое старперская тема, поэтому я решил... предложил сделать здесь Москва-Сити. Вот. Где-нибудь будет здесь офис Грумира, здесь офис Милорда. Ну, будем сидеть, визуализировать. А здесь будет офис Академии Милорд. Или здесь Академия вообще будет вся такая. Вот. Спасибо большое за отзывы. За отзывы о моем предыдущем видео. Оно мне досталось... нелегко, честно говоря. Я волновался, переживал, думал, как правильно все сделать. Многие писали, что можно исправить. Убери кулер, убери свою ростовую фигуру, и их нету. Смотрите, я все сделал, как вы просили. И если будет у вас пожелание, конечно, пишите, звоните.
прошлый раз я просил вас придумать название для нашей программы. Большое спасибо вам. Там кучу всяких вариантов в Фейсбуке мне написали. Хотя я просил написать в этом в Ютубе. Ну, как вам удобно. Вот. И много было классных всяких названий. Действительно прикольные были. Смешные, серьезные. Там, со смыслом, без смысла. Но мне почему-то прям вот сразу зашло название «Прогруминг». Не знаю почему, честно говоря. Ну, как бы «Про» — это, наверное, профессионал. «Груминг» — это, наверное, «Груминг». Вот. Поэтому вот такой браслетик отправляется Екатерине Куликовой. Огромное спасибо, Екатерина. Действительно попали в точку. Все, поздравляю вас. Пусть пока вот здесь полежит. Мне прислали еще вопросы. Первый вопрос у меня был, не мешает ли свет от стола. Вот этот свет, который есть, вот он. Нет, он не мешает. Второй вопрос был такой длинный вопрос, и за него большое спасибо вам, он очень серьезный. Когда же мы, все грумеры, объединимся в одну, что-то в одно и сделаем что-то общее, и будем защищать наши права, будем отстаивать наши интересы в органах власти и так далее. Мы там все с флагами, с транспарантами, мы там объединение и так далее. Могу ответить так, что мы это уже проходили, у нас была ассоциация грумеров в России. Потом она куда-то пропала. Я, ну, не очень хочу вспоминать эту организацию, потому что мы, честно говоря, очень сильно на нее надеялись, очень поддерживали ее, и мы как компания Милорд выступали спонсорами, делали первую аттестацию вот этой ассоциации грумеров. Они привозили Умберто Лимана как раз в Москву, и как раз тогда я брал у него первое интервью свое. Это как раз в то время было, и потом все это закончилось, и, короче, кто знает причину, тот знает. Я, честно говоря, не совсем знаю. Вот. Единственное, что могу сказать, что это было нечестно по отношению к грумерам, которые платили взносы членские, которые эмоционально очень и по-честному искренне желали развития этой организации, и, соответственно, после нее уже у слова «ассоциация грумеров» у меня, по крайней мере, немножко негативный осадок от этого слова. Поэтому, когда оно будет, будет. Придет время, будет. Не знаю. Следующий вопрос, который мне написали: почему косметика Милор дешевле, чем другие косметики? Наверное, они имеют в виду профессиональную косметику. Вот. Косметика Милорд, производство в Италии. Действительно, скоро должен выйти фильм от азбуки груминга, где мы с Дарьей Казимовой на фабрике снимаем, рассказываем, как эта косметика производится. И вы увидите, что действительно она производится в Италии, потому что были какие-то сомнения, типа, что мы где-то здесь разливаем, какую-то косметику другую берем. Не знаю, откуда такое мнение. Вот. Мы косметику Милорд производим в Италии уже 11 лет. Это очень долго. Единственное, что мы 2 года назад сменили производителя, теперь в другом месте это производится. Вот. Почему косметика дешевле? Да потому что у нас нет посредников. Компания Милорд является оптовым продавцом и розничным продавцом в виде интернет-магазина «Грумир». И мы напрямую покупаем у производителя. Мы не покупаем у агентства, мы не покупаем у посредника, мы не являемся дистрибьюторами косметики какой-то европейской на территории России. Мы сами заказываем ее у производителя. Поэтому наша косметика, она и дешевле. И мы можем продавать оптом ее по хорошим ценам, что вы можете делать на нашем сайте оптом покупать, на сайте «Грумир» в разделе «Опт». Покупать косметику Милорд, косметику Нога, и мы хотим еще добавить сюда косметику Сенбернар также, чтобы вы могли оптом покупать. У кого есть зоомагазины, у кого есть грумик-салоны, можете покупать оптом. А также есть у нас почта opt@milordcompany.ru, на которую вы можете присылать свои заявки по различным продуктам. Я уже рассказывал, что мы являемся представителем, дистрибьюторами еще других брендов, и мы торгуем оптом разными товарами. Я хотел сказать про мероприятия, которые у нас будут в ближайшее время. Самое ближайшее мероприятие — это у нас будет выставка «Кэтсбург». Это будет юбилейная 10-я выставка. Она пройдет 7-8 марта
в Крокусе в Москве. Чем замечательно это мероприятие? Вы, наверное, знаете, что это крупнейшая выставка кошек, и в этом году они хотят попасть в книгу рекордов, не знаю, Гиннесса или России, я, честно говоря, не помню. Там будет больше 1000 кошек одновременно. И мы были приглашены впервые на эту выставку проводить семинар по грумингу. Вот, сейчас многие компании в зообизнесе интересуются грумингом. Что мы будем делать? Мы будем на сцене показывать семинары. Естественно, мы позвали лучших. Пригласили Надежду Румянцеву, Наталью Самойлову. И на сцене этой выставки в Крокусе вы можете бесплатно посмотреть их семинар по грумингу кошек. Заходите на сайт Кэтсбург и регистрируйтесь, либо приезжайте на выставку, просто посмотрите это все бесплатно. Также будут нами организованы 3 груминг-зоны для экспресс-груминга, и владельцы кошек, которые участвуют в выставке, смогут там на месте подготовиться к выставке. Мы поздравляем Георгия с открытием его собственного учебного центра в городе Харькове. Это круто, брат, так держать. Все поставили лайки, потому что это действительно очень важное событие в жизни преподавателя, открытие собственной школы. Я думаю, что не у каждого преподавателя есть собственная школа, поэтому это очень трогательно. И я даже видел фотографию, где Георгий вот так стоит. Не знаю, то ли у него что-то в глаз попало, то ли он плакал. Но я верю, что это действительно важное событие в его жизни, и у него есть планы, он мне по секрету сказал, открытие таких учебных центров много, разных, и в разных городах, в разных странах, и вот, может быть, я открою какую-то тайну, он хочет открыть даже в Индии свой учебный центр, и мы ему только можем пожелать удачи. Молодец. Следующее мероприятие, которое у нас будет по списку, это 14-15 марта мы ждем Кубань Грум в городе Краснодаре. В Краснодаре мы уже много раз делали и фестивали груминга, и конкурсы мы проводили уже 2 раза. Это будет 3-й конкурс наш, который мы там организовываем. В этом деле нам помогает Вероника Климанова, которая является руководителем Академии Милорд в городе Краснодар. Всех приглашаем туда. Естественно, грумеры, которые будут участвовать в этом конкурсе, те, кто участвует в этом конкурсе, победители, их баллы войдут в общий рейтинг, вот, который вы, он уже готов, и после конкурсов грумеров в Самаре этот рейтинг вы можете найти на нашем сайте GroomingFest, ну, там, GroomingFest/рейтинг, и вы можете посмотреть, кто является на сегодняшний день лидером в рейтинге грумеров России. И единственное, что может омрачить наш конкурс, это есть вероятность, что эксперта Бьяджи Чаламары, который живет в Милане, в самом пекле, так скажем, событий, которые происходят сейчас в Италии. Вы знаете, что там коронавирус, что там действительно все очень сложно, серьезно, и могут запретить въезд гражданам Италии, запретить въезд в Россию. Это будет очень печально, вот, и нам придется поставить резервного эксперта. После Кубань Грум у нас будет мероприятие Dog Profi в Москве, в Сокольниках, в павильон 7А, 28-29 марта. Пройдет уже, не знаю какой раз подряд, вроде 5-й, Dog Profi. Это конференция заводчиков собак и кошек, которую организует Наталья Ришина. Это уникальное мероприятие, уникальное во многом тем, что оно бесплатное, что на него пускают всех, кто просто зарегистрируется на сайте dogprofi.info. Друзья, это классная возможность для того, чтобы посетить совсем различные семинары для ветеринаров, для заводчиков, для грумеров, и это совершенно бесплатно. Я Наталье много раз говорил, что этого делать нельзя, что я против бесплатных
различных учебных программ, потому что люди записываются, не приходят, либо это люди не ценят это, но в любом случае у Натальи есть свое видение этого всего, и мы это уважаем, потому что мы видим каждый раз огромное количество посетителей этого мероприятия, потому что оно организовано великолепно, и с самого начала этого мероприятия мы с Натальей Ришиной. Наталья, мы с тобой. Почему нужно посетить это мероприятие? Потому что там есть зона груминга, в котором будут показывать свои семинары, мастер-классы. Первая — Наталья Самойлова по грумингу кошек. Всегда это интересно, всегда это важно. Мы знаем, что груминг кошек развивается, что он очень перспективный. Я считаю, что каждый грумер должен уметь, по крайней мере, обращаться с кошкой, чтобы не потерять деньги, когда к нему приведут кошку на услугу. И, соответственно, грумер должен не просто ее на усы побрить самым маленьким ножом, да, а, как один грумер говорит, правильно ее приготовить. Следующий у нас спикер – это Георгий Гаинашвили. Все его знают. Он будет показывать свой мастер-класс совершенно бесплатно. Это впервые такая возможность в России посетить его мастер-класс. Следующим спикером этого мероприятия является Ирина Алешина. Вместе с брендом «Нога» Ирина будет показывать свой мастер-класс, тоже совершенно бесплатно. Поэтому регистрируйтесь на все мастер-классы мероприятия «Докпрофи», и, соответственно, мы вас там ждем, мы там всем будем, и я в том числе. Приходите. Далее мероприятие, которое мы ждем следующее, это саммит зообизнеса. 7-9 апреля в Сочи пройдет саммит зообизнеса. Это больше отношения к грумингу никакого не имеет. Это классное такое мероприятие по обучению, так скажем, топ-менеджеров и руководителей компаний, повышение квалификации, место встречи их, потому что на разных выставках, на Баркзоу, в Европе выставки мы посещаем, в Китае, мы, как руководители бизнеса, я имею в виду, мы не можем все вместе встретиться в одном месте, обсудить какие-то проблемы, обсудить какие-то перспективы. И саммит зообизнеса в Сочи – это классная возможность для того, чтобы, так скажем, представители этой отрасли зообизнеса, грумеры, ветеринары, я имею в виду руководителей, представители ритейла, представители оптовых компаний встретились. Вы можете зайти на сайт саммит зообизнеса, зоосаммит сайт так называется, и попытаться зарегистрироваться. Ну, вроде как места уже нет. Я там буду, мы за 3 месяца, как правило, там регистрируемся, стоит это недешево, там что-то около 50 тысяч стоит только участие, плюс отель, плюс перелет. В общем, встретимся в Сочи. Следующее мероприятие у нас также будет в Сочи. Наше мероприятие именно Академия Милорд на базе ИВЦ МВА. Кто знает, это учебный центр и ветеринарный центр в одном месте, который открыли наши друзья и партнеры, владельцы сети клиник «Свой доктор». На сегодняшний день там мы организовываем еще груминг-класс площадью более 100 квадратных метров с ванной, с груминг-столами, с косметикой, на базе которого мы будем проводить семинары. Также это помещение будет сдаваться в аренду, и имейте в виду, что вы можете через нас взять в аренду там помещение для проведения своих семинаров, мастер-классов по грумингу. Вот. И 13 числа Ольга Остапенко будет делать свой мастер-класс, свою программу весь день будет проходить. И 14 числа будет программа от Академии Груминга Милорд. Ну, заходите на наш сайт Grooming Fest и ознакомьтесь с нашей программой. В мае будет проходить одна из самых крупных зоовыставок в мире. Это в Нюрнберге будет проходить выставка зообизнеса. И есть вероятность, что она ее отменит из-за ситуации с вирусом. Поэтому с конкурсами такая ситуация. Поэтому, ну, будем в России ездить на конкурс и будем ждать нашу выставку «Паркзоу» в сентябре. Про новинки. Хотел сказать про новинки чуть-чуть. Естественно, про новинки интернет-магазина «Грумир» и компании «Милорд». Спонсором нашей программы выступает компания «Милорд», потому что других спонсоров нет. Если будут спонсоры, пишите, звоните, договоримся о цене. Я думаю, что прорекламируем кого-нибудь заодно и заплатим за монтаж этого ролика. Пока что я плачу за него, поэтому я и рекламирую свои товары. У нас пришла новая партия косметики.
Все есть в наличии на складе. И пришли в том числе маски, вот такие 5-литровые канистры. Маска прошла все тесты, всем друзьям, знакомым давали, все визжат и плачут. Так скажем, действительно универсальная маска, разбирает колтуны, увлажняет и незаменима в салонах. В наших салонах Milord мы их используем эту маску активно, когда большая запись, большой поток собак идет и собаки все в колтунах. Эта маска нам позволяет ускорить процесс груминга, быстрее разобрать колтуны. Естественно, много плюсов – это увеличение скорости, мы можем больше животных взять в этот день. Плюсом является то, что собака не мучается или меньше мучается из-за того, что ей колтуны разбирают. Ну и, соответственно, и грумер тоже меньше мучается. Это слово применим, потому что ручки грумеров нам, это в основном-то женские руки. У нас пока только 5-литровые канистры. Я коротко хотел сказать, что мы можем, имеем возможность расфасовывать в такие литровки эту маску. И, соответственно, если у вас если есть такая необходимость, мы можем, соответственно, расфасовать и предложить вам такие баночки. Вот я сейчас хотел показать, что вот масочку мы такую сделали, расфасовали уже. Вот как раз я сейчас из салона взял. Запах, конечно, обалденный. Я хочу духи сделать с таким запахом. Мне очень нравится. Он такой запах свежести, запах травы. Ну, не той травы, а травы свежей. Как будто скошенная трава. Не та трава, а луговая трава. Вот. Ну, это я так пытаюсь шутить про коноплю, потому что действительно нас уже прикалываются над нами с этой коноплей. Также хотел напомнить, что у нас есть спрей 2-литровый. Вот такой спрей, всем полюбившийся спрей номер 1, номера 1 по-итальянски. Вот. Для груминг салонов есть в 2-литровках. Имейте в виду. Скоро запустится новый сайт GroomMir, и тогда вы увидите больше новинок, потому что сейчас мы новинки не вводим, так как их нужно размещать на сайте, а на старом сайте их размещать нет смысла, потому что скоро будет новый сайт. Будет аллилуйя. Мы так называем этот проект. Серьезно, не в шутку. Потому что он очень долгожданный, так скажем. Косметику Milord вы можете купить во всех магазинах Бетховен. Буквально месяц назад компания Бетховен, это компания Pet Retail, соответственно, юридическое лицо, поставила во все свои зоомагазины нашу косметику Milord, с чем мы нас и поздравляем. Как бы это ни впервой уже, мы давным-давно уже работаем с сетью Бетховен, но именно новую линейку, которая так полюбилась нашим клиентам, мы поставили во все магазины, больше 100 магазинов, поэтому вы можете прийти туда и там купить это все в розницу. Именно маленькие бутылочки 0,3, большие бутылки и большие канистры, естественно, в зоомагазинах не продаются. На сегодня это вроде бы все новости, что я хотел рассказать. Я хотел поздравить всех вас с прошедшим днем грумера. Почему-то 1 марта кто-то решил, не знаю кто, когда-то получилось, что 1 марта будет день грумера. 1 марта вообще-то день кошек, международный день кошек, а решили, что день грумера. Ну ладно, нам-то что, нам лишь бы был повод, так скажем. Поэтому поздравляю всех с прошедшим днем грумера, желаю всем крепкого здоровья, послушных клиентов, весеннего настроения, пройти этот сезон весенний, так скажем, выгодно, чтобы вы все заработали побольше денег. Мы, как интернет-магазин GroomMir, если вы помните, 1 марта делали акцию такую. Это бесплатная доставка наших заказов по всей стране. И плюс еще 11% скидку сделали. Нас завалили заказами, и если кто даже до сих пор заказы не обработали или не получили, то это из-за того, что просто было у нас такое классное предложение, такой классный подарок для вас, поэтому мы не успели все это собрать, отправить и так далее. Также я хотел поздравить с наступающим 8 марта всех дам. Ну, естественно, какой-то на 8 марта какой-то, наверное, какую-то акцию мы придумаем для вас специально, и опять будет у нас завал на складе.